Приветствую вас на канале Games Forever. Мы продолжаем прохождение игры Герои Меча и Магии 5. За кампанию за Чернокнижника. Вторая миссия. Экспансия. Рейлак, возглавивший клан Заклеменных Тенью, надеется объединить все раздробленные кланы в единое мощное государство. Рассудительный и осторожный, Рейлак решает, как следует подготовиться к выполнению столь грандиозной задачи. Он, понятно, берем минотавров. Что будешь делать дальше, вождь заклейменных тенью? Скоро начнется большая война. Я хочу объединить кланы, чтобы их не перебили поодиночке. Как можно это сделать? Не знаю. Но дам тебе совет. Поговори с Малсарой, дочерью Малассы. Где ее искать? Если бы я это знала, то знала бы и ответ на твой первый вопрос. Да направит твой взгляд в тени, Рейлак. Thank you.
каждый сходи. Сара. Да, что? Кто ты? И
почему пользуешься таким почтением среди моих последователей? Не думаешь ли ты сравниться со мной? Нет. Я ищу знания и силу ради собственной выгоды. Верю. Но знание и есть сила. Разве тебе этого мало? Многие древние загадки Асхана до сих пор никому не известны. Они дремлют и ждут своего часа. Разыщи их и раскрой мне. Сейчас сила для меня важнее знания. Помоги мне, а я помогу тебе. Ты смеешь предлагать сделку дракону? Я уже заключал сделки с демонами и пророками. То есть ты меня не боишься? Я почитаю тебя, но не боюсь никого и ничего. Однажды испугаешься. И будешь бояться того, что любишь. А пока ступай, герой. Благословляю тебя. Найди одну из слез Асхи. Много веков назад пролила их Асха, когда Сар-Лам лишился жизни, а она отправила в изгнание своего брата Ургаша. Клан, установивший в своем городе эту реликвию, будет расти и процветать. Объедини кланы. Победи врагов. А мне заплатишь их знанием и тайнами. Thank you.
Thank you.
Сохраняем. Thank you.
путь к слезе Аски лежит через земли клана Осколков Тьмы. Пусть сами решают, быть моими союзниками или рабами. Ну да. Или со мной, или против меня.
воображение рисует.
опять надо. Thank you.
по-английски. Продолжим наше прохождение игры в следующей части. Видите, как подписано?